Я просто, что вот Андрей Константинович, дорогой друг Андрей, чтобы как-то влиться, вот хорошо, на природе. Вот это здесь, пусть там ребят не так уж много, потому что, ну, летом кто-то в отпусках, кто-то еще уехал. Но здесь вот ощущается такая атмосфера. Атмосфера такой спортивной тренировки, и весело, и приятно, и пообщаться. Здесь видно, что, ну, так сказать, не в тягость это все, а в радость. Правильно? Вот это самое главное. Так что... Все должно быть в радость, получать удовольствие от самого процесса, блин. Не так заставлять. А кто, у нас никто никого не заставляет. Захотел, приди, но себя вот, ну вот есть разные ребята. Кого-то заставляют, кого-то это самое, у кого-то там свои какие-то, но... Как к боксу относиться, блин. Ты можешь не хотеть, но уметь должен, блин. Поэтому всякие науки. Все. Так что клуб будет двигаться вперед.